Можете сказать о себе, Яна Шишкина. Я учусь в Курганском госуниверситете на специальности экология на 4-м курсе. То есть буду экологом в будущем. Угу. Цели... Ну и да, экология и погода, в принципе, это где-то рядом, да? Да. Цели в жизни у меня пока что только закончить институт, ну и поступить на второе высшее. Какое? Хочу на юриста. Зачем? Юристы, потому что экология и юридический, оно очень будет, если это все вместе как бы совместить, да, то можно будет выступать, общественная деятельность, можно будет выступать за защиту животных, защиту растений где-то как-то, если знать законы в то же время. А вы действительно хотите защищать вот растения, животных? Да, я животных, хочу, да, вы мне верите, нравится, да, в то, что вот озоновый слой, это все трогает вас эти, да? Да. Слава Богу, есть такие люди. А вот Альберт Гор вам известен? Нет. Ну как же, если вы такая зеленая, человек, который строил свой предвыборный... Не надо этого всего. Я сейчас уйду. Да, сейчас про предвыборную не надо. В дебри, да. Понятно. Но это интересно. Да, конечно. Скажите, вы верите, что деревья разговаривают? Нет. Между собой? Нет. А вот Михаил слышит это именами. Под вечер, да. А вот в Голландии выращивают такие ландыши, которые разговаривают. Которые могут вам показать, что деревья разговаривают. Вы водите автомобиль? Я вожу с 15 лет, но прав у меня нет. Тихо, чуть-чуть, не надо об этом говорить вслух. Она уже сказала. Но я же не где-то там вожу, а в деревне. Где-то, а здесь у нас. Ну, деревья же людей нет, там никто дорогу не переходит. На самом деле мы же не говорим, о каком автомобиле речь, правильно? Да, мы никакой деревне не говорим. И вас, как зовут, мы сейчас не произнесем. Да, а в ГИБДД интернет. Ну, а вести прогноз погоды в купальнике, вы согласны? Я не против. Я не против. Не... Отлично. Ну, ничего против не. Надевайте. Спасибо. Спасибо. Да, вот это ищите купальник, а мы с вами свяжемся.